По работе. Ну, это фреска, здесь мы, правда, только текст сделали. А вот это вот стена наша работа. Это эффект мозаики, такой старинной, советской, который достигает с помощью акриловой краски, реальной плитки, смальты, с помощью акриловой красочки. Здесь, если поближе посмотреть, можно увидеть, что на самом деле это краска и обводка. Но выглядит абсолютно как настоящий. Дальше матрешки. Это, кстати, ресторан «Сибирь-Сибирь», напоминаю, матрешки. Деревянные, разукрашенные сверху акриловой краской и... Лаком ты их покрывал? Нет, они не Почему? С лаком, они с такой морилкой, отмывкой темной сделаны. Супер. Ну вот пока что все. А это Жибина картина. Да, и там еще одна слева. Такси-блок, да. Почему так себе? Зачем ты так говоришь?